Здравствуйте, уважаемые любители живописи. В этом небольшом уроке хочу рассказать, как мы работаем с личным кабинетом, скачиваем дополнительные материалы к доступным урокам. Как можно попасть в личный кабинет? Вы это можете сделать либо со странички нашего портала Aurum Art Market Education. Здесь есть такая кнопочка «Личный кабинет». Переходя по этой ссылке, вы видите ссылку вот такого формата онлайн aurumartmarket.com/lms. Это значит, что вы сейчас находитесь в личном кабинете. То есть, если у вас появляется такое же самое окно, но без доступа. Вот обычно это вот такого вида окно. Вход в систему. Вам нужно ввести ваш email, под которым вы регистрировались в личном кабинете портала Aurum Art Market или Aurum Online. Ввести пароль, если вы его не помните, вы можете его восстановить через свою электронную почту. В данном случае я впишу наш демо пароль, и попадаем мы в личный кабинет. Здесь в личном кабинете есть основной раздел, это раздел курсы, который включает в себя и отдельные видеоуроки, и полные курсы. Все, что у вас отображается при нажатой кнопке «Все» справа, вот вы можете ее видеть. Все, что у вас отображается здесь, это те курсы, которые либо доступны вам, либо недоступны. То есть, если вы не оплачивали курс, в данном случае вот образ человека, у меня курс не оплачен, значит, у вас будет висеть замочек, вы не сможете получить к нему доступ, но нажав на кнопку «Подробнее о курсе», вы попадете на продающую страницу, в которой будет полное описание этого курса, обычно в видео какая-то презентация, подробности, программа и так далее. Вот с кнопкой и стоимостью обычно записаться далее. Но, допустим, вы уже получили доступ к какому-либо из видеоуроков или курсов. В данном, возьмем, к примеру, видеоурок «Фриз Шахерезады». Мы нажимаем или «Начать обучение», или, если вы уже его ранее открывали, то кнопочку «Продолжить обучение». У вас открывается ваша личная вебинарная комната с названием урока, каким-то дополнительным описанием, самим видеоплеером, в котором проигрывается видео приобретенного урока. Здесь вы можете оставить свои комментарии. Вот эти кнопки «Завершить курс» или «Прогресс», они малоэффективны, то есть мы их не используем. Можно ими не пользоваться. Это возможно на перспективу, на какие-то курсы, которые будут открываться задания поэтапно. И там будет учитываться прогресс. Это на перспективу. На данный момент в вебинарной комнате главное, что вам необходимо, это список материалов. Он тем или иным образом отображается у разных уроков, везде набор разный, но у нас для стандартных мастер-классов живописи есть стандартный набор, нажав на который вы увидите основной список материалов, которые использует Елена Ильичева, Владимир Ильичев. Вот он находится здесь, этот список. И дополнительные материалы. К некоторым видеоурокам есть дополнительные материалы. Обычно это материалы
фотографии натюрмортов, фотографии натуры и дополнительные распечатки, которые нужно подготавливать и распечатывать для того, чтобы полноценно завершить задание по уроку. Я вам сейчас о них подробно расскажу. Нажав на кнопку «Скачать дополнительные материалы», вы попадаете в облако сайта facts.net. Это сайт, который просто хранит наши файлы и открывает доступ к определенным категориям. В данном случае эта ссылка привела нас к папке «Фриз Шахерезады». Здесь регистрироваться не нужно, только если вы хотите хранить здесь свои файлы. Вы заходите в эту папку «Фриз Шахерезады», папка «Материалы». И здесь внутри находятся такие файлы, как фотография самого дополнительного материала, которое будет использовано на уроке. Это вот в данном случае это две женских фигуры. Если название файла А4, значит нужно эту картинку распечатать на обычной бумаге, можно на фотобумаге в формате А4. Если находится папка А4, мы заходим в нее, и вот эти вот файлы, которые внутри, все файлы, которые находятся внутри этой папки, мы скачиваем на свой компьютер для того, чтобы распечатать их и использовать в работе в том видеоуроке, к которому прилагается этот набор. Сейчас я объясню, что это за файлы. Файлы скачиваются, когда вы скачиваете, выбирая все 8 файлов, они скачиваются в архиве запакованы. Вам нужно его извлечь. Обычно это происходит либо в программе WinRAR, или WinZip, или какими-то автоматическими программами, смотря какой операционной системой вы пользуетесь. Если у вас нет возможности разархивировать эти файлы, то вы можете обратиться к специалисту или принести этот скачанный файл архива в типографию, где вы и будете распечатывать эти файлы. В данном случае я перенесу на диск D эти файлы. Вот они, фриз 1, фриз 2. Почему они так дивно выглядят? В этих файлах содержатся фрагменты, которые необходимо распечатать для того, чтобы потом склеить между собой. Как мы это делаем? Вы это можете сделать на обычном домашнем принтере в формате А4, офисная бумага. Обычной плотность там около 80 у офисной бумаги. Либо отнести в типографию, и в типографии вам распечатают под указанный размер, который указывается в списке дополнительных материалов к уроку в вебинарной комнате. Но самый простой вариант, вот у вас в офисе, или у соседа, или у вас дома, если есть бытовой принтер, вы просто эти файлы распечатываете, как вы их видите. В данном случае у вас должно получиться 8 вот таких фрагментов, которые вы собираете как мозаику и склеиваете их между собой. Там будут маленькие поля, останутся после распечатки. Вы их склеиваете между собой, и получается одно большое изображение. В данном случае должно получиться изображение размером 45 сантиметров по высоте, по ширине столько, сколько получится, исходя из пропорций данной картинки. В принципе, все. Мы будем постепенно наполнять
нашу базу ответов на вопросы и задавайте ваши вопросы в наших социальных сетях. Мы с удовольствием на них ответим. Эти видео занятия будем записывать для удобства использования нашей онлайн-платформы. Еще один момент уточню. Здесь в каждом уроке или курсе есть вот слева такая стрелочка оранжевая. Если на нее нажать, то мы здесь увидим список модулей и уроков, вложенных в эти модули. В зависимости от того, какой у вас приобретен курс или урок, будет здесь расположен список уроков. Допустим, если мы откроем наш раздел «Курсы» в личном кабинете и, допустим, вот курс «Орнаменты Климта», то здесь мы видим, что первый урок ознакомительный курсы «Орнаменты Климта» нам доступен, да, мы можем его просмотреть. Прежде всего надо Климта выбрать. Здесь есть чат, где можно пообщаться, задать свои вопросы. Но следующий модуль закрыт, то есть основной модуль курса, он закрыт. В связи с тем, что вот, допустим, у меня в этом личном кабинете не оплачен, для того, чтобы оплатить доступ к курсу, здесь есть обычно кнопочка, либо она тут, либо она вот где-то здесь высвечивается, вы нажимаете «Записаться на курс» или «Оплатить право доступа к нему». И вас перенаправят система на... Ну, в данном случае, если орнаменты Климта, на вот такую страницу, где вы сможете ознакомиться об этом курсе подробнее, записаться на него, нажав на кнопку «Записаться на курс», внести оплату. После того, как вы вносите оплату на вот этом сайте monekel.com, это сайт, который принимает денежные средства, взамен предоставляя доступ к нашей платформе. То есть регистрация на этом сайте и личный кабинет на сайте Monekel не является личным кабинетом, где вы получаете доступ к урокам. Ваш личный кабинет находится вот по вот такой вот ссылке online.auromartmarket.com/LMS, да? И здесь вы выбираете доступные вам курсы, либо все можно отобразить, либо только которые доступны вам. То есть вы видите, даже если вот курс «Орнаменты Климта» написан, что доступен, значит, как минимум один урок из всего этого курса доступен для просмотра. Поэтому, подписываясь на нашу рассылку, вступая в клуб любителей живописи Aurum, вы получаете доступ ко всем бесплатным видеоурокам общей продолжительностью больше 120 часов уже. Насчитывается наш каталог бесплатных уроков. А дальше уже вам решать, оплачивать вам основные модули курса или нет. Поэтому добро пожаловать на портал обучения Aurum Online и Aurum Art Market. Всем рады, приятной живописи!